Оперативная группа МЧС покинет поселок Березовка уже в эти выходные, сообщают представители ведомства. До этого момента там будут продолжать вести мониторинг уровней воды и оказывать помощь населению в восстановлении жилья. Напомним, что из-за поднятия уровней воды в реке Березовка в одноименном селе подтопило 34 жилых дома и 7 социальных объектов. В настоящее время вода освободила строение. В населенном пункте Березовка утром уровень воды упал ниже критической отметки. В результате освободилось от воды 6 жилых домов. И на сегодняшний день подтопленных жилых домов и территорий поселка Березовка нет. Там работают спасатели, оказывают адресную помощь жителям по очистке дворов, вскрытию полов и завалинков. Также сегодня глава Среднеколымского района объехал места размещения эвакуированных детей. В скором времени они отправятся в столицу республики, после чего поедут в летние лагеря.